Итак, Санкт-Петербург, очередная японская машина, Honda Freed. Машина праворульная, это маленький минивэн с раздвижными дверями. Значит, стояла вот такая вот магнитола, магнитола японская. В ней ничего не было, кроме камеры заднего вида, иероглифов, трехканала радио, море и все остальное. Значит, провозились, подобрали магнитолу, в магнитолу подогнали с красивой рамкой. Вот обратите внимание, она встала как родная. Магнитола на андроиде. Вот быстро, Android тут 9, 4 гига оперативки, Bluetooth, Bluetooth аудио, USB. Камера здесь была, значит, камера не подходила, камеру мы вынуждены были заменить. Вот, включаем камеру заднего вида, включаем картинку с камеры. Стоит в том же самом штатном месте. Значит, время установки у нас заняло порядка 4 часов. Кнопки на руле обучили, кнопки на руле все работают. Обычный стандартный Android. Кнопка влево, кнопка вправо. Стандартные приложения Android. Ну, вот Яндекс Навигатор, например. То есть работает все быстро. Все оперативно. Громкость влево, громкость вправо. Домой. Выключить, включить. Обычная стандартная андроидовская магнитола. Вот, спасибо за внимание. Будет необходимость, пишите, звоните, обращайтесь.